В Центре творчества детей и молодежи прошла традиционная неделя профориентации. Десятки вузов и СУЗов провели свои агитационные лекции. Учащиеся старших классов получили возможность познакомиться с особенностями профессиональной подготовки в учебных заведениях, чтобы определиться с выбором и узнать, какие профессии сейчас востребованы. На вопросы о формах получения образования, проживании, количестве бюджетных мест и социальной жизни будущих студентов также были получены ответы. За 5 дней школьники и их родители успели ознакомиться с особенностями поступления в учебные заведения столицы, Минской области, Барановича и Полоцка.